По просьбе многочисленных желающих, сегодня я расскажу и покажу, как сделать правильно белковый заварной крем. Для этого нам понадобится 2 белка, стакан сахара, лимонная кислота и эссенция. Ставим сахар на огонь и варим сироп. Наш сироп почти сварился, и нам пора ставить взбивать белки. Выливаем белки. Вот так должен выглядеть готовый сироп. Мы его снимаем с плиты и вливаем в белки тоненькой-тоненькой струйкой. Скорость миксера должна быть максимальной. Добавляем лимонную кислоту. В конце мы для вкуса добавляем немного эссенции, желательно лимонной. Вот так должен выглядеть белковый крем. Он должен быть матовым, не блестеть и стоять вот так.